Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Если вы что-то принять в целом, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается. Уважаемые коллеги, на повестке сегодняшнего заседания тема. Спасибо всем за работу. Владимир Анатольевич, это какой-то новый член комиссии, да? Это какой-то новый член комиссии или кто это? Да, новый член комиссии. Когда он введен? Ну, уже, наверное, на трех заседаниях, мне кажется, минимум присутствовал. Непочатов Владимир Васильевич, а когда введен он в состав комиссии? Ну, я дату не помню, если надо, точно уточню, скажу, да, по каким постановлениям, и кто сложил полномочия, и все. Так последнее вроде Буркова слагал. Нет, это до меня еще было. Еще до Буркова кто-то сложил? Нет. Кто? На ЗАГС собрании Буркова я до этого... Глухий, наверное, Петрович. Понятно. Ну и еще вопрос, в связи того, что решение принято, вы представите свои-то предложения? Вы видите другое? Нет, я рассмотрю ситуацию. Безусловно, это будет не в течение суток, потому что это, во-первых, издевательство, а во-вторых, в любом случае, не через сутки будет заседание. То есть я, если сочту целесообразным, скорее всего, я посмотрю, как действовать, просто с учетом обстоятельств. Понимаете, эту травлю, я должен на нее отвечать. Как я вам уже говорил. То есть приходит какой-то человек, который, видимо, регламент даже не читал, и позволяет себе меня перебивать. Как говорится, при царе такого бы не было. В общем, Владимир Анатольевич, вы сдерживаете пыл-то такой неуемный, а то ведь у нас тут жарко будет излишне. Вам это зачем? Да это не совет, это фактически даже просьба, совет, но вы все-таки как бы... Ну вы видите, что происходит. И да. Вы согласитесь опять же.